Всем привет! Приехали опять на это же место, где выход был. Спиннинг купил. Максимус и от Lucky John. У меня лайтовая серия. Лёх, дай посмотреть, с другом приехали сегодня. И вот такую вот вещь я себе приобрел. До 7 грамм тест. Вообще лайтово. В общем, остановились здесь, подорожили немножко. Решили лягушку. Будет ли выход или нет? Вдруг сегодня что-то другое изменится. Ветер. Да, тогда с первого раза. А сегодня не хочет. Видимо, ее нет. Туда заплывать мы не будем. Смысла я не вижу. Да. Лягушка сегодня не актуальна. Ладно. Ловим дальше. Ребята. Есть вот такой вот окушочек, ну хоть что-то. Ладно, на Lucky John ловим, дальше едем. Вот это да, вот это сегодня рыбалка, ну гуляй. Ладно, ловим дальше. Окушки сегодня просто зверь клюют. Ну, хоть что-то. Да. Это коса. Прикольный пляж. Пляжик такой. Да. Давай здесь и кидать. Обойдут. Думаю, обойдут. Я думаю, мелко каких-то. Бутоватенько будет. Вообще, да? Огонь? Вообще нормально. Куда ты ее упустил? Тима. Что-то хорошее. Щука. О, какая. Хорошая щучка. Хорошая. Не торопись только. Я знаю. Все, ушла. Не судьба. Пришли на матросиков и ловим матросиков. Жалко, конечно, щучку. Я думаю, что там грамм 800 добрых было. Ой, дальше. Взял. Вообще моментом взял. Надо найти. Thank you.
Ну, ого. Уже кушок. Да, и полубеленькая. Будем пробовать здесь. Сразу же, ребят, моментом только закинул и сразу же взял окушок. И первый, и второй. Угу. Видимо, под нос ему попал. Ладно. О, Леха тоже снарядился. Другой блесной. Ну, у меня уже сегодня троих я отпустил. Щучка ушла. Два. Шесть рыбин. Ну, прикольно. Надо искать. Ладно, на камеру, видимо, не хочет. Ну вот, хорошенький. Ловим дальше. Вот, ребят, какого красавца я взял. Ну, естественно, этого балбеса мы отпустим. Прям с берега взял его. Ладно, иди, иди. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Не хочет он уходить, ребят. Давай. Красавец. Ладно, рыбачим дальше.